Хасавюртовском районе задержаны закладчики и наркоманы. Поведение жительницы селения Баташурт Хасавюртовского района вызвало подозрение у сотрудников полиции. Женщина, заметив присутствие сотрудников правопорядка, выбросила пакет. Позже в нем было обнаружено 17 прозрачных расфасовок с мефедроном. Общий вес составил почти 86 граммов. По словам задержанной, в одной из социальных сетей куратор скидывал адреса точек, где необходимо было оставлять наркотики. Сколько вам обещали денег? 12 тысяч. За реализацию этого пакета только? Или еще в дальнейшем вы собирались? Нет. Также были задержаны еще четверо жителей Хасавюртовского района, у которых при досмотре были обнаружены свертки с мефедроном. Мы с моим другом поехали с селения Баташурт за закладкой и содержался мефедрон. В данный момент по всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела.